Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Сон – одна з найважливіших складових кожної людини. Від якості сну залежить стан його здоров'я і навіть настрій. Сьогодні будемо більше говорити про сон, про сновидіння і дізнаємося, скільки ж потрібно спати кожній здоровій людині. Вітаю вас, пані Світлано. Сьогодні в нашій студії Світлана Мороз, завідуюча психосоматичним центром лікарні імені Мечникова, доктор медичних наук. Професор. І пані Світлано, скажіть, будь ласка, ми, по-перше, раді вас бачити. І спасибо. З цією темою про сон ми завжди починаємо зіштовхуватись тоді, коли настає весна і коли увесь світ звертає увагу на проблеми сну, на якість сну. Ми сьогодні говоримо про сон. Тож, що взагалі являє собою сон і що він означає для кожної людини? Здравствуйте, Юля. Спасибо, что пригласили меня в студию. Я всегда рада к вам приходить. Я с удовольствием с вами общаюсь и с удовольствием расскажу все, что вы спрашиваете. Сон действительно очень интересная и важная медицинская проблема, и не только медицинская. Это действительно очень интересный вопрос, потому что мы до конца не знаем, что такое сон. Мы до конца не знаем, почему человек нуждается в том, чтобы спать. Мы понимаем, что происходит во сне. Мы знаем, какие физиологические процессы происходят во сне. Мы знаем, что происходит, если человек не спит. Но до конца понимания, что же такое сон, у сегодняшней медицины, в общем-то, нет. То есть сон – это все-таки загадка. И каждый человек, каждый организм по-своему реагирует на наличие сна, отсутствие сна. Но сон – это очень-очень важная функция человеческого организма. Это фактически вторая функция после дыхания. Ничего себе! Человек не может жить без сна. Так. Почему? Неизвестно, но не может. Але не може. Пані Світлано, а чому одні люди бачать кольорові сни, їм вони сняться, а інші люди взагалі не пам'ятають, що їм снилося, і вважають, що вони снів не бачать? Ми всі бачимо сни. Потому что наш сон состоит из двух таких важных частей. Это медленный сон и быстрый сон. Это мы можем увидеть, когда исследуем сон. Вот сны мы видим во время быстрой фазы сна. И если человек просыпается сразу же после быстрой фазы, он помнит свой сон. И может его рассказать. Доктора-психиатры очень часто спрашивают, снятся ли вам цветные сны. Если нам снятся сны такие, как жизнь, обычного цвета, это норма. А вот если нам снятся сны, в которых преобладает какой-то цвет, для доктора это диагноз, потому что по цвету сна мы можем определить патологию в той или иной части мозга. Цвет сна в сочетании с полисомнограммой, с энцефалограммой может показать, на какие отделы мозга нам обратить внимание. Это очень интересная диагностика, это тонкая диагностика. Поэтому если человеку снятся сны с преобладанием какого-то цвета, и это постоянные, повторяющиеся сновидения, то действительно стоит обратиться к доктору. Ничего себе. Пані Світлано, а якщо раніше снились, наприклад, кольорові сни, а з часом чи з дорослішанням, наприклад, людина втрачає таку здатність, то це нормально чи, можливо, теж якісь відхилення від норми? Нет. Это всего-навсего особенности растущего мозга. Когда мы растем, нам очень часто снится, что мы летаем в небе. Так. Или падаем в пропасть. Вот так растет наш мозг. И это всего-навсего особенность растущего мозга. С возрастом мы действительно начинаем видеть обычные сны.
Ну, ось так. Дорослішаємо, так, як то кажуть, в дитинстві все яскраве, а з дорослішанням змінюється трошки картинка. Да, да. Якщо вже розділяти людей на жайворонків, на сов, і деколи ми розділяємо на голубів, що така середня така фаза, то що можна сказати, яка в них особливість, і чи це правильно взагалі таке розділення? Смотрите, на самом деле, человек – дневное животное. Рассказы про то, что существуют люди, которые засыпают там в 4 часа утра, таких людей на самом деле нет. Есть люди, которые ложатся спать позже, есть люди, которые ложатся спать раньше. Генетически мы действительно подразделяемся на сов и жаворонков. Но совершенно четко установлено, что те люди, которые работают по ночам, живут на 10-15 лет меньше, чем те люди, которые соблюдают физиологический механизм сна. То есть социализация, которая меняет наш физиологический механизм, отбирает у нас 10-15 лет жизни. Мы дневные животные. Мы на самом деле не совы. Поэтому вот та компенсация, которая платится тем же врачам за ночные дежурства, тем же любым людям, которые работают ночью, она платится за здоровье и жизнь. Це все виправдано, так. Платимо за здоров'я. Пані Світлано, а якщо, наприклад, людина довгий час взагалі не спить, чи тут взагалі, ну, вже зрозуміло, що це відхилення від норми, і що з цією людиною буде, вона буде менше жити. Так, ми це зрозуміли, а що вона буде відчувати, і взагалі, якою, можна сказати, наділена якістю життя, наскільки їй буде комфортно жити, і скільки часу вона зможе протриматись? Смотрите, на самом деле так не буває. Часто слышим передачи, вот перед нами человек, который не спит несколько месяцев или там несколько лет. Так не бывает. Есть такой феномен, когда у человека отсутствует чувство сна. Или есть другой феномен, когда мозг спит парциально, частями как бы. Но полностью не спать человек не может. У китайцев была такая казнь, когда человеку не давали спать. Человек выдерживает 4-5 дней. Через несколько дней полного отсутствия сна человек умирает. Наступают галлюцинации, потом отказывают все физиологические системы, и человек умирает, наступает остановка сердца. Невосстановление в сне приводит к тому, что человек умирает. Человек без сна может жить 4, 5, 7 дней. Все. А як же тоді бути, якщо людина, наприклад, ну, нібито спить? Тобто вона може стоячи, наприклад, спати? Чи якось може в неї дійсно не так, як у інших людей відбуваються фізіологічні функції? Можливо, вона може, наприклад, щось робити і дуже коротко засипати? Да. Есть люди, которые могут спать по 15 минут, по полчаса, но это недостаточный сон. Все равно человек должен спать. Есть цикл сна, он 1,5 часа длится, и человек должен спать 4-6 вот этих циклов. Без этого не наступает восстановление организма. А що для нас оптимально? Скільки нам треба годин? І взагалі, в який час лягати спати, коли прокидатися? Ну, для всіх абсолютно, щоб ми не розділяли нас на особливо. Я вже сказала, що один цикл сна длиться 1,5 часа. Туди входить фаза медленного сна і фаза швидкого сна. Вот эти циклов 1,5-часових должно быть от 4 до 6. В зависимости от человека, кому-то нужно 4 фазы для восстановления, кому-то 6 фаз. То есть в среднем получается 7,5-8 часов каждому человеку нужно для того, чтобы полностью восстановить свой организм. Чи може бути перерва? Ну, наприклад, трошки поспали и доспали? Может. Между циклами физиологическая норма. Человек может проснуться на несколько минут и потом уснуть опять. Это норма.
Поэтому, когда вот приходят к врачу и говорят, я иногда ночью просыпаюсь, а потом опять засыпаю. Это нормально. Ну, вставати за ніч, кажуть, там 2-3 рази можна. Совершенно правильно. Это нормально. Нічого. Знаєте, багато зараз людей переходять на правильне харчування, на здоровий спосіб життя і намагаються лягати спати, ну, можливо, там 21 година чи там 22, так, о 9-10 годині вечора. І спати аж до самого ранку, не прокидаючись, і коли встають, у них теж переживання, хвилювання є, що трагедія. Ось не спали. Ні, це не трагедія, це нормально. Взагалі, кожна людина реагує на те, що змінюється в суспільстві. От ми кожного року переводили годинники на годину раніше, а потім на годину пізніше. Ми боролися з цим багато років. Каждый год я выступала и к вам, по-моему, приходила и говорила, что может быть экономически это как-то и полезно, но это крайне вредно для человеческого организма. Перевод часов, изменение биологических ритмов очень плохо сказывается на человеческом организме, потому что мы зависим от циркадных ритмов, очень сильно зависим. Отсутствие перевода часов – это сохранение жизни, в первую очередь, пожилых людей, людей, которые переболели ковидом, у которых снизился иммунитет. Що таке безсоння? Багато людей скаржаться на безсоння і не знають, що з цим робити. Чи є пігулки? Смотрите, есть несколько видов бессонницы. Например, случился какой-то острый стресс. Мы не спим несколько дней, а потом возвращаемся к норме. А бывают ситуации, когда мы не спим несколько месяцев. Это разные вещи. Когда мы не спим несколько дней, а потом все приходит в норму. Это одна история. А вот когда мы не спим несколько месяцев, то есть хроническая бессонница, это уже ситуация, когда необходимо пойти к врачу. Потому что бессонница – это второй симптом после головной боли при всех абсолютно заболеваниях. С бессонницы начинаются онкозаболевания, с бессонницы начинается депрессия, с бессонницы начинаются гастроэнтерологические заболевания. Я не знаю, какие заболевания не могут начинаться с бессонницы. Практически все. Поэтому вопрос бессонницы необходимо решать, если она длится больше месяца, необходимо решать не снотворными средствами. Необходимо решать, начиная с обследования всего организма. Очень часто ко мне приходят люди лечить бессонницу, и мы выявляем тяжелые соматические заболевания. Очень часто, повторяю, онкопроцессы. Поэтому обследование при бессоннице очень и очень важно. Если мы не находим никаких соматических заболеваний, и это функциональное расстройство головного мозга, тогда тоже нельзя лечиться снотворными, потому что снотворные – это только острая бессонница. Лечение хронической бессонницы требует очень серьезного подхода. И есть такое исследование, которое называется полисомнография, когда мы выявляем механизмы бессонницы и подбираем такой препарат, который позволяет самостоятельно научиться спать. Тобто механізм спочатку з'ясовується, що саме заважає людині спати? Совершенно верно. І він виправляється. І це вже ціла наука, тому що снотворні препарати – це препарати, яким, к сожалению, розвивається привикання, і пользуватися ними довго не можна. Бессонницу треба лечити грамотно. Тому потрібно звертатися до доктора, для того, щоб правильно боротися з безсонницею. А які спеціалісти вирішують такі питання і до кого саме в нашому місті можна звертатися? Ви назвали моє місце роботи, ви назвали мою должність. Ми займаємося проблемами сна. У нас виконується кандидатська диссертація по проблемам сна. Ми приглашаємо к нам в лікарню Мечникова. Ми займаємося цим питанням дуже і дуже серйозно. Так, я думаю, що люди знають, куди треба вже звертатися. А з приводу проблем сну і ковід, як справді люди, які пережили, які, можливо, вже перехворіли якийсь час, трошки раніше, як вони сплять і чи це заважає?
Я хочу сказать, что проблема ковида – это проблема, которая возникла очень неожиданно для нас. И мы столкнулись с тем, что ковидная инфекция серьезно влияет на центральную нервную систему. Психоневрологическая реабилитация, связанная с перенесенным ковидом, потребует очень-очень серьезного вмешательства психиатров. Один из тяжелых симптомов постковидного расстройства – это расстройство сна. И, во-первых, расстройства сна встречаются в связи с самим ковидом. Во-вторых, они встречаются с тем, если человек переносит ковид средней тяжести или тяжелую форму, потому что человек переживает за свое здоровье. И я очень часто сталкивалась с тем, когда люди говорят: «Я боюсь уснуть. Вдруг со мной что-то случится во время сна». У человека чувство тревоги, он не может уснуть. И нам приходится, вот у нас есть ковидный центр, нам приходится назначать терапию ковидным пациентам. И вторая часть – это постковидные расстройства. Когда у пациентов возникают расстройства, человек уже выздоровел, а у него осложнения, связанные с нарушением функционирования мозга после перенесенного ковида. То есть это тоже требует вмешательства психиатров и назначения терапии, направленной на лечение бессонницы. Це виходить, що усіх стосується, хто пережив таку проблему, так? Ну, я не могу сказать, що всіх, но 75-80% пацієнтів, які пережили середньої тяжкості або тяжкою форму ковіда, нуждаються в назначенні терапії. Ну і наостанок, пані Світлано, справді всі вже зрозуміли, що потрібно робити з сном, що це настільки важливо для нас, для всіх. Хочеться теж побажати кожному, щоб вони розуміли, як треба спати, як правильно спати, провітрювати, можливо, приміщення, так? Не нервуватися перед сном, намагатися лягати раніше спати, не думати, що є сови чи є жайворонки, так? Треба себе якось готувати, налаштовувати на те, що ваш сон повинен бути якісним, спокійним, і що ви выспитесь и отримаете задоволение, и зранку прокинетесь новой людиной. Что вам сказать на эту тему? Нужно быть в хорошем настроении, нужно жить счастливо, нужно радоваться каждому дню. Это самое главное в жизни. Ну и, конечно, как вы говорили, стремиться вести здоровый образ жизни, стремиться правильно питаться, правильно спать, правильно жить і радуватися всьому, що є на світі. Золоті слова. Пані Світлано, дякуємо вам дуже, що прийшли сьогодні до нашої студії, розглянули сон з усіх боків, майже з усіх, так? Ну і люди, які страждають на будь-які проблеми, пов'язані з сном, можливо, сновидіннями, ви знаєте, куди вам потрібно звертатися. Ми будемо чекати із задоволенням вас ще у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.